Всем привет, с вами Квинна, и мы смотрим Beyond Souls. Коул! Да-да, я записываю. Соберись, Джоди. Скажи, чувствуешь ли ты что-то особенное в этих предметах? Чувствуешь ли она что-то особенное? А нашего помощника мы не можем вызвать. Айден, что-нибудь видишь? Давай, давай. Классно, классная идея, прям как... Спасибо, пап, красивая. Открой. Можно и для детективов использовать смысл исследовать, кто убийца. Джоди. Ну как? Да, все нормально. Ты что-то видела? Я видела девочку. Это ее шкатулка. Лора. Дочка? Что с ней? Да? Кнейтон? Да, я передам. Нейтан, там некий Райан Клейтон пришел. Говорит, ты его ждешь. Да, я отойду на минутку. Так, что там еще? Снять? Я не хочу снять. Может быть, что-то еще исследовать? Я бы поисследовала. Ах, она юная, но уже не совсем такая. Как прям не ребенок, но немножко. Подожди, а мы послушать можем, что там происходит? Я ведь так ей и не сказал. ФБР-овец? Дайте мне время. Это я по видео сужу, я так предполагаю. Профессор Докинс, я заберу ее сегодня. Или ЦРУшник. У меня приказ. Она же совсем ребенок. Я и мой ассистент, вот и вся ее семья. Она и не подозревает, что ее ждет. Вот что. Докинс, я все понимаю. Я серьезно. Но приказ есть приказ, так? Приведете ее или мне идти самому? Джоди, зайди, пожалуйста. Все. Никакого выбора у меня нету. Сюда зайти, сюда посмотреть, здесь ничего. Здесь ничего нельзя поделать. А то вечно же скажут, что я что-то пропустила, да? Не заглянула, не узнала. Все самое интересное пропущу. А тут что? Стенка. Ничего интересного, однозначно. Так, с этим ничем нельзя взаимодействовать. Могли бы же нарисовать точечки всякие. Но не нарисовали. Ага. Стоят и ждут. Ну ладно, придется, видимо, идти. Что случилось, Нейтан? Ты расстроен? Сколько ей лет здесь? Джоди, это Райан Клейтон из ЦРУ. Я угадала, власти, почти. Власти хотят, чтобы ты прошла курс подготовки на военной базе Кэмп Пири. Райан теперь отвечает за тебя. Ты поедешь с ним, Джоди. Сейчас. Нет, давай меня им. Поговори с ними, объясни им. Мое мнение им не важно. Твои родители уже дали согласие. Ничего не поделать. Которым начхать?
Я уже взрослая. И я сама за себя решаю. Никто меня заставить не может. Джоди, я знаю. Это нелегко. Но ты должна понять, это такая возможность для тебя. Вот, значит, теперь как. Ты знаешь, как лучше, ты приказываешь, а я должна заткнуться и выполнять? Ну все, слушай, Фокс. В Америке так и можешь происходит. Играть в юную бунтарку, сколько влезет. Мне плевать. Ясно? Коннор свой засунь подальше. Заткнись и делай, что говорят. Джоди, ты что? Перестань, сейчас же! Ладно, пойду соберу вещи. Много не бери. Тебе все дадут в Кемпире. Однозначно противный тип. Самая комната, где мы бунтовали, мы были бунтарками. Видимо, родители, да? Которые ее отдали, которые так жестоко с ней обошлись. Но, с другой стороны, какой выбор, да? Или служить, или не служить Америке. Или ты служишь, или ты враг. Возьми зайца, нет? Сумка собранная какая-то стояла в уходе. Да. Блин, музыка такая красивая. Плакатики. Ничего не хочет брать брошу с собой. Столько лет проведено тут. Завелись друзья даже. Зайчика, зайчика возьми. Ничего здесь не хочешь взять? Гитары нету. Была же когда-то. Говорят, здесь была гитара. Так, где же она? Нету, нету. Блин. Фиг с вами. А могла бы стать музыкантом. Точно ничего не взять? Ага, взять вот, нужно собрать. Вот родители. Ой-ой, я думаю, она с собой ее возьмет. Ребенок еще совсем. Зайца возьми. Не взяла. Единственная семья ее настоящая, но
Я бы взяла зайца. Почему она не хочет ее взять? Как мило. А где же гитара? Нам тут сказали, что была гитара. Черт, гитара, я думаю, не влезет нам в сумку, да? Здесь ничего нет интересного. Интересно, камера так перемещается. Да, диски. Тут ничего не вижу в углу. Блин, а в туалете, подожди, в туалете. Может, что-то в туалете надо взять еще? Сейчас так дверь гостеприимно распахнута. Так, опа. Здесь что-то все-таки есть, взяла. Так, зубные пасты, щетки, да, все взяла. Все, здесь плакатики не надо. У тебя книжки там вон, лежали. Вот в этом шкафу. Нет, в этом, видимо, ничего полезного. Здесь нет. Здесь. Ай, нет, не хотела сюда идти. Остаться. Еще не все досмотрела. Так, ну тут вроде все, да? Плиты. Нет, я там мелодию могу слушать вечно. Она чудесная. Амбиент. Немножко грустный. Немножко веселый. Почему веселый? Потому что все-таки начинается новая жизнь. И она начинается не в подворотне, а... А, вот, вот, что еще надо взять. Нет, возьми. Камера. Вернись на место. Да. Я надеюсь, я все взяла, что можно. Тут. Так, вроде там. Тут. Ну, хоть иногда камера ведет себя пристойно. Что? А, застегнула и пошла. Отлично. Боже, музыка опять красивая. Не волнуйся, ты справишься. Черт, я буду скучать по тебе, принцесса. Вечно, вечно они на слезу меня пробивают. Я буду тебя навещать. Что не серия, то какая-то трагическая история. Я тебя не брошу. Ты мне веришь? Всегда буду рядом. Нам пора. Ах ты, толстокожий ЦРУшник. Тьфу на тебя. Посмотрим, что за ужин, посмотрим на следующую часть ее маленькой жизни. Интересно, да, как вот будто из осколков мы собираем всю жизнь ее. Повзрослела наша девчонка. Привет, это Райан. Райан? Скажи мне, ты получила мое письмо? Что? Что? Какое?
Я 3 дня назад тебе кинул. Ты знаешь, у меня вообще-то проблемы с компьютером. А о чем ты писал? Вообще-то про ужин сегодня в модном ресторане. Теперь уже поздно, так что, может, в другой раз? Черт. Черт, как жалко, я... Ну, а хочешь, приходи сегодня ужинать ко мне. Как раз посмотришь на мою новую квартиру. А, можно, но... Давай 8 часов. Ну, ладно. Блин. А принести хорошее вино. Все, жди. Блин, что делать? Улыбается она. Что делать? Надо срочно убирать квартиру. Одеваться, готовить чего-то там. Так. А зачем нам... Ясно, зачем ты комп спалил. Чтобы запороть мне свидание. Ага. Какое твое дело, Айден? Я сама решу. Заткнись. Заткнись! Мы это уже проходили! Я не твоя собственность! Я буду встречаться с кем захочу! Ну, это моя жизнь! Что, ревнивый, что ли? Ты слышишь меня? Это моя жизнь! Знаешь что? А по-моему, Райан классный! Он умный, обаятельный, смешной! Я почти влюбилась! Что надо, да, для счастья, да? Что случилось в баре? А что случилось в баре? Спасибо, что напомнил! А, то, что вот тогда... Райан не такой! Поубивали всех. Так. Ладно. 7 часов. За час надо. За час. Убраться. Офигеть. И мне это все сейчас надо будет делать, да? И сделать ужин. Я так и думала, что мне сейчас все придется это делать. Да, покушай, конечно. О, убираем, молодец. Так, мусорник. Мусорка на кухне. Тут? Это мусорник? Да. Блин, я еще не успею, я точно уверена, что я не успею. Так, что это? Что это? Тут мусор какой-то лежит. Нужно что-то, что можно приготовить, ага, за час. Из тех продуктов, что есть. Ну, выбора нет. Острое мясо. Китайское блюдо. Вроде даже не сложно. Курица карри с печеными овощами. Это вообще просто. Тут нужна быть духовка, но... Вроде просто. Пицца на заказ. О, это самый оптимальный вариант. А что? Без особых изысков, но зато готовить ничего не надо. Это вариант. Пицца. Ну, так проще всего. А он не обидится. Так, это почему? Это просто я боюсь, что она все спалит. А если он ждет настоящий ужин? Ладно, пусть будет курица карри. Курица карри. Такое домашнее блюдо ему понравится. Вот только бы не накосячить. Да, вот это я тоже переживаю. А пиццу могут не привезти, правда? Так, ладно, мы убрали все там. Блин. Самое главное — себя. Зря стараешься, Айден. Ты мне свидание не испортишь. Айден, ай ты хулиган. Так, вот это надо убрать еще. Беспорядок, да? Вот так игры убирают геймеры, да? Под тумбочку кроватную. Тьфу, под тумбочку телевизионную. Так, здесь есть порядок у нас. Иди сюда. Время идет, не идет. А курьер мог опоздать, правда? Нет, садиться не надо. Там пульт. Так, ладно. Что это там было? Мусор? Ага, отлично. Грязное белье в корзину в ванной.
Ванная, блин, ну такая квартира большая, классная. Интересно, это все ЦРУшникам дается. За особые заслуги. Они не боятся, что она там... Боже, как классно, какая классная квартира. Ага, вот она. И ванная, посмотрите, открытая, обалдеть. Так, сюда. Отлично. Так, боже ты мой, какая квартира. Я буду полчаса слюнями истекать. О, окошечко. Mailbox Inc. Самое главное, перед приходом мужчины нужно привести себя в порядок. Еду можно не готовить. Это если выбирать, конечно, между едой и собой. Да блин. Как всегда. Хватит, Айден, что ты как маленький? Пошли еду готовить. Вроде порядок уже навели более-менее. Там что-то валялось возле лампы. Да, это мелочь пузатая. Ага, свет. Интересно. Музыка. Романтика, встать, лаунж. Пусть будет лаунж. Да, мне нравится. Все, 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 встать. Идем. Беспорядок. Ага, и тут эти все диски поубирать. Книги. А, книги. Так, сюда, наверное. На полку. Да, на полочку. Ну вот. Все. Да, это мы уже включили. А, вроде... А, вот еще что-то, какой-то диск тут потерялся один. Нет? А, ты уже? Я еще еду не приготовила. Черт, не успела. Там половина только на часах. Иду! Где дверь? Я так и знала, что не успею. Так, блин, где же ты? Ты понимаешь, что нам выбор был один, либо что-то одно сделать? Блин, надо было пиццу заказать. Ага, это Джейд, Айден. Блин. Молодец, Айден. Обхитрил меня. Теперь открывай. Злодейский быстро. Дух. Кружок. Треугольник. Я решаю, а не ты. А ну-ка, что? Хочешь поиграть? Поиграем. Да, похоже, с курицей будут не лады. Да, вон еще 20 минут осталось. Курица, блин, так, где ты находишься? Вот здесь кухня, да? Да, так, а, водичка, водичка. Что там? Курица, курица готовится. Так, ладно. Идем, что тут у нас? Холодильник, да, здесь? А, подожди. Ага, холодильник. Полфабрикат куриный, отлично. А, ну не полфабрикат, а там ножка. А, ха-ха-ха-ха. Все на нее направил, ну нормально. Спасибо, Айден. Интересно, мы успеем за 20 минут все сделать? Быстрее, быстрее, быстрее.
Боже. Какой хитрый разворот. Так, все, это вынули, это все смешали. Познакомимся с новым рецептом, да? Ну, вроде все. А, поставила в плиту там, что-то там. Так, здесь что-то. Стулья. Что нам тут здесь есть? Мы не можем посмотреть рецепт, нет? Ага, взяли стул. Я поняла. Чтобы залезть наверх. Надеюсь, нас не скинет мистер Айден. Вроде не злой в этом плане. Ага, вот. Формочка. Отлично. Это просто тушится, да, я так понимаю? Иди сюда. Сюда вот. Сюда. Ну. А мы, кстати, в Heavy Rain готовили, я помню, яичницу. А здесь мы будем тушить мясо. Это определенно. Если кто-то не умеет готовить, может подсмотреть детали все. Ага, видите, все смешивается, заливается, не пойми чем. Потому что я такой заливки не делала. Так, хватит уже. Карри понасыпала. Соль, перец, имбирь. Интересно. Соль добавим. А имбирь зачем? Я с имбирем не готовила. Хотя имбирь, он как чеснок, да? Чуть-чуть. На. Ай, слушай, хватит перца. Хватит перца. Сильно перченая это будет. Имбирь. Давай имбиря добавим. Имбирь. Он же афродизиак. Да? В рецепте его нет, но... Не надо. Если в рецепте его нет, то не надо. Не, лучше не стоит. Так, остановиться. Ну, теперь в духовку. Я думаю, с имбирем тоже было бы неплохо, но я вообще-то не фанат имбиря. Знаете, некоторые люди пьют чай с имбирем. Очень странный вкус у него, как чай с чесноком. Но говорят, очень полезно при простудных заболеваниях. В принципе, как и чеснок. Натуральные антибактериальные свойства у чеснока. Так, ладно, ты уже все сделала, пойдем, надо убрать же там. А, вон там то, что там было. Вот там что-то, вот тут, вот тут, вот тут, вот тут. Ага, помыть посудку немножко. А, это к серии к уборке, да? Ну, отлично. Какая я молодец. Какой у меня порядок в игре хотя бы. Так, ладно, что там? Что там было за дверка такая? Я надеюсь, нам не придется, как в Heavy Rain, отбиваться от маньяков. Так, это надо расставить все красиво. И парень действительно нормальный, не как Айден нас предупреждает. Так, ладно, пошли, может, себя одевать. Где-то шкаф должен быть. Вот, да? О, черт. Что? Я хоть в душ-то успею сбегать? Блин, ты в душ успеешь сбегать? Да, да, да. Быренько в душ, быренько, быренько, я сказала. Так, где душ там? Не-не-не-не-не-не-не, душ вот тут, вот тут, вот тут, налево, налево. Даже надо полностью познакомиться с квартирой. Так, где душ? Душ, 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 душ. Где душ? Нет. Все есть? Нет, это туалет. Здесь душ? Нет, там не душ. Ах. Так, вот здесь душ, да? Быренько, давай, одевайся, душа принимайся. Как говорится, минутка легкой эротики. В интернете сперли видео. Ой, сперли где-то картинки. Она душ принимает. Говорят, хакеры повернули камеру и все увидели. Типа, ведь игра рендерится вот, во время игры.
а не заранее. Я не знаю. Угу, прикрыли полотенчиком. Хорошо. Слушай, может, хватит уже? Там, потри себя мыльцем, гелем для душа каким-нибудь. А, это, видимо, не модно. Гель для душа не проплатил рекламу. А, кстати, в Хэмирейне мы там тоже вытирали персонажа. Сколько это ржачно выглядит. Ну, смешно, то есть. Ага, кинуть на пол. Это нормально вообще? Музыку слушаем, которую она включила. Так, что там? Нарядное платье вечернее. А, лифончик. Так, где же одевалка? Одевалка, да. Вот тут. И что мне надеть? Черное нарядное белье. Сексапильно. Давайте сексапильно будем. О, Райан. Это сексапильно. Я хотя если черным лифчиком, то интересно убрать. Ну не знаю. Что там элегантно? Ну-ка давай элегантно посмотрим. Ой, нет. Блин, как обычно, не хочу этот вариант. О, привет. Я типа тут оделась во что попало, потому что мне пофиг. Так, убрать. Как-то не очень. Так, что же у нас там элегантно? Элегантно. Квадратик. Что-то он мне вот никак не находился. Неужели элегантно? А, давай это оденем. Привет, Райан. О, тебе нравится? Стильно, элегантно, с изюминкой. Стильно. Элегантно, да. Мне пусть вот интересно. Он знает, что это... я умею быть очень разной. Это подходит к Карри? По-моему, сексапильно тоже. Можешь даже. А куда не делся стараться. Черный лифчик, кстати? Слышишь? Еще взял у стекло, меня разбил. Будет кошмар. Точка. Как-то для дома слишком элегантно. Блин, а можно переодеться, интересно? Да, два раза. Слушай, а тут что, проход какой-то? Я еле стекло. О! Ага, этот вот этот вот. Вот этот вот красавчик. Который нехороший, подлый полицейский, да? Так, вот эта дверь у нас. Подожди, а что у нас там с курицей? Нет, ничего, да? Курица пока что еще жива, я надеюсь. Так, что она так оглядывается? Типа, все ли она убрала, да? Да в этом платье ты так одета, что ничего не заметит. Ага. Посуду? Последний штрих? Айден, будь другом. Для меня это важно, я на тебя надеюсь. А что, типа, ЦРУшник не знает о друге? И о Байдене? Райан. Шато Марго 2001 года. Продавец сказал, очень хороший год. 10 лет, правда? Или там сколько? Здорово. 1 за 12, когда игра снималась. Ты садись, я принесу. То, что ну, это... чем вино открывает. Ага, я думала, курицу все-таки. Курицу, нет? Блин, курицу. Курица еще не готова? Слушай, а может там у нее там напоминалка? Ну, в смысле, звонит, когда время. Ай-яй-яй. Классная квартира. А? Айден, блин. Да, спасибо. Айден, твою ж мать. Точно сожжет курицу, я за нее переживаю. Ага, я тоже бедром закрываю большой ящик. Идем. Так, идем сюда. Вот, что-то у нас тут была пимпочка рядом с водой. Попить ее можно было.
Так, где же наш парень? Вот так. Вот интересно, что чувствуют парни, когда они проходят вот этот момент. Давай открою. Нет, нет, я сама. Значит, я сама. Пусть парень открывает. Я против. Не буду открывать. Нет, нет. Чего ты что-то дергаешь штуку? Да, да, да. Что дальше будет, если я не нажму? Нет, нет. Они меня просто заставляют, вынуждают. Не хочу, вот не хочу. Ладно. Нет, не получается. В другую сторону буду крутить. Все, нет. И опять не получилось. Ну попроси мужчину. Лишь. Насильники. Райан вроде неплохой парень. Райан, да, его зовут? Вот ЦРУшник, разве может быть плохим, да? За новоселье. За новоселье. А ты давно переехала? Неделю назад в управлении подобрали квартиру с мебелью. Если честно, никогда еще не жила одна. Сама по себе. Мне это как-то непривычно даже. Ну а ты, где ты живешь? А, у меня дом в пригороде. А? Маленький, но есть садик и тихо. А вырос ты где-то здесь? Нет, я из Орегона. Родители и брат так там и живут. А я уехал, когда мне было 16. В Орегоне, да? 16? О, тебя... А как ты оказался в ЦРУ? А, я закончил колледж, но не знал, кем хочу стать. Был в армии, сама понимаешь, мечтал о приключениях, но в итоге понял, что это не мое. А потом меня нашел вербовщик из ЦРУ, вот и все. Мне надо пойти посмотреть, как там ужин, а то, признаться, готовить я только учусь. Помочь тебе? Да. Нет, ты посиди, лучше вина налей. Ха, ладно. Как пахнет. О, это курица карри с печеными овощами. Или что-то похожее на нее. А если я даже не знал, добавить? Что ты умеешь готовить. Я сама не знала. Книжка есть, что там уметь. Прочитал, сделал. Добавил немножко любви. Присыпал щепоточкой. И все получается. Ты смотри. Вкусно. Да? Несмотря на то, что куча соли и перца. Ну попробуй, давай. Мы с тобой работаем вместе уже 2 года, а я тебе ничего не знаю. Так и рассказывать-то нечего. Да. Жила с родителями на базе ДПА, потом... Меня забрал Нейтан. Ну, а остальное ты знаешь. А с родителями ты общаешься? Приемные? Нет. Незачем. Мне кажется, они вообще боялись меня. Вот. Нейтан и Коул, они вырастили меня. Учили, как жить с Айденом. Принять себя такой, какая я есть. Не всегда получается, но я стараюсь. Я не буду разрушать. Скажи, а Нейтан так и не выяснил, откуда у тебя эта связь с Айденом? Нет, не выяснил. Они много чего узнали об инфрамире, но ничего об Айдене. Кажется, Айден сам не знает, кто он или что он. То есть, он здесь сейчас? Слушает нас?
Да. Да, он всегда рядом. Я не буду. А у тебя здесь есть родные? Нет. Мои родители живут в Орегоне. Я стараюсь о себе не напоминать. Почему? А у тебя есть жена или типа того? Нет, нет. Ну, в смысле как, была. Я был женат, но мы с ней уже 2 года как в разводе. У нас не было шансов. Ну, так уж вышло. Настал момент, когда мы оба поняли, что лучше не тянуть и разойтись. А у тебя? Есть кто-нибудь? Только Айден. Нет. Только Айден, вот. Ну, а среди людей? Традиционных обычно. Знаешь, Айден как бы всегда отгонял от меня людей. А может, я сама? Может, я просто для всех слишком странная? Ты ну, особенно, это тоже. Джуди. И дело тут не в Айдене. Говорят, что все это может плохо кончиться. Это был дьявольский смех. Я, конечно, про концовку игры, а не про зачатие кучи детей. Дети, отвернитесь от экранов. Нам еще рано такое смотреть. Джоди, что-то не так? Прости. Прости, не думай. Дело не в тебе. Что такое? Просто однажды не могу кое-что забыть. Ничего. Что, история в баре? Прости. Может, действительно она сама всех отгоняла? Я, наверное, пойду. А мог бы утешить? Спросить, что случилось. Ах ты, бесчувственный толстокожий ЦРУшник. Как, в принципе, с самого начала оно и было. Вот, я думаю, на этом мы окончим нашу серию. Да. Да. Всем спасибо, что были со мной. Пока-пока. Да, и у меня музычка ВКонтакте на страничке ОСТ к этому фильму. Фу, чуть не сказала фильму, да? ОСТ к этой игре. И если вам интересно, идите послушайте. Мне очень нравится, хожу, напеваю постоянно. Спасибо, что были со мной. Пока-пока.